Всем привет! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такие вот браслетики. Они двуцветные, вяжутся очень легко. Вязать их можно либо на пальцах, либо на рогатке. Я взяла вот такие два цвета, зеленый и розовый. Итак, приступим. Берем резиночку, одеваем ее восьмеркой. Сразу берем клипсу. И цепляем клипс. Теперь берем резиночку розового цвета. Теперь вяжем следующим образом. Опять берем зелененькую. Розовую резиночку мы спускаем вниз. Набрасываем зеленую. С этой стороны мы набрасываем тоже зеленую. Затем одеваем розовую резиночку. Теперь с левой стороны мы зеленую спускаем вниз, розовую перебрасываем. С правой стороны просто перебрасываем. Теперь зеленую резиночку. С правой стороны мы спускаем розовую, перебрасываем зеленую. С левой стороны просто перебрасываем. Теперь берем розовую. То есть нам надо запомнить, что когда мы вяжем розовую резиночку, мы с левой стороны спускаем вниз резиночку другого цвета. Когда мы вяжем зеленую резиночку, мы с правой стороны спускаем резиночку другого цвета. Вяжется данный браслетик очень легко и быстро. Опять берем розовую с левой стороны. Таким образом. Когда вяжем зелененькую, то с правой стороны. Опять розовую. И зелененькую. Можем это не спускать, а просто под ней захватываем резиночку. Точно так же и розовую. С левой стороны крючок. Поддеваем, вот так захватываем резиночку. Опять берем зелененькую. И розовую. И так далее. Вяжем браслетик нужной нам длины. Затем мы снимаем резиночки одного цвета, вторую резиночку перебрасываем таким вот образом и одеваем на клипс. Вот таким вот образом. И вот такой вот замечательный яркий браслетик можно связать буквально за 10 минут, даже быстрее. А если, допустим, на руку одеть два браслета разного цвета, вот допустим, как здесь, одеть их рядышком, будет создаваться ощущение, что у вас широкий браслет. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал. Впереди вас ждет много новых видео. До новых встреч! Всем пока!